Это классно, ты такая из косички. Сплетена елочка из косички. Все, о май гад, мотоцикл по Санта-Класс. Тоже из косичек. Офигеть, как круто. Утро в сене. Как вы догадались, это дорожка для велосипедистов. Магазинчик, да, я помню, магазинчик, да, магазинчик университетский. Университетский магазинчик, офигеть, как это вкусно. Это вкусно, надо будет таскать, я столько не тащу. Милкшок. Я не знаю, не думаю. Столько видов, знаете. Столько видов этого шоколада. Он еще вверху. А вот смотри. Milk with strawberry cream. Don't you like it? Coconut inside. Не хочешь coconut? Milk and... Try one. Интересно, да? Это как watermelon. Это apricot, это cherry. А вот такие не хочешь? Я не знаю, что такое. I'm not a big fan of coconut. О, суши. Вот, суши. Какие хочешь? Ты представляешь, как хорошо живут университетские городки? Тут все есть. Все есть. Что хочешь, то и есть. Вон, индийские специи разные, итальянские. Пицца, мороженое. Посмотри, какая. Офиг, какое-то фисташевое мороженое, наверное, вкусное. О май гад, смотри, какие мочи. Манго, азуки ред бин. Я вообще такого никогда не слышала. Азуки ред бин. А вон, black sesame, silky chocolate, classy vanilla. Самое интересное, от холодильника вроде как должно быть холодом ведь, а на не холодно, а на нас тепло. А тут бар, горячий бар. Потому что студенты же дома особо не готовят, видите, для них бар. Ну, не только для них, тут все, кто в этом городе живет, может прийти и вкусненько пообедать, позавтракать.